Вот и закончились весенние школьные каникулы. Но многим ребятам района они предоставили возможность сделать новые открытия в рамках профильных смен. Так, на базе Серноводской школы проходили занятия школьной смены от Самарского регионального центра для одаренных детей «Вега», которые были посвящены использованию биологических лабораторий в исследовательской деятельности. Наши 15 учащихся 8-9 классов, которые любят биологию, в будущем планируют заниматься медициной, посещают эту смену, знакомятся с работой различных лабораторий, имеющихся в школе. Ну и вот нам представилась такая замечательная возможность познакомиться с лабораториями на нашем курорте. В эти 5 дней учащиеся посетили лаборатории исследований и функциональной диагностики, гидрологическую по исследованию воды и грязи, а также клинико-диагностическую лабораторию поликлиники, где их проводили в царство специальных аппаратов, которые проводят исследования биологического материала. Пипеточный дозатор. Они существуют разных объемов. Это точный измерительный прибор, который отмеривает нужный объем для анализа сыворотки и реактив. Очень облегчает наш труд. Под впечатлением учащиеся остались от увиденного и в биокулярных микроскопах, в которых они разглядели клетки с черными точками. Именно они являются лейкоцитами, повышенное количество которых говорит о воспалительном процессе в организме человека. Каникулы каникулами, но это очень интересно и познавательно для меня самой. После 9 класса я собираюсь уходить, и нужно подыскать профессию, которая мне более интересна. И поэтому я решила пойти в профиль смену. Да, сегодня мне было очень интересно узнать про электроциты, лейкоциты, как они на самом деле выглядят, потому что лучше практика, чем изучить эти все учебники. Именно лабораторные исследования помогают врачу найти причину заболевания человека, установить правильный диагноз и контролировать эффективность назначенного лечения. А детям приобретенные знания помогут определиться с выбором будущей профессии. Маргарита Русяева, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».